Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости нашей университетской гостиной. Я от лица ректора Людмилы Алексеевны Мокрецовой, от лица всего коллектива, очень рада вас приветствовать сегодня на нашем мероприятии. Нашу университетскую гостиную открывает встреча с нашим любимым Бийским лицеем, с нашими ребятами. И поэтому мы будем очень рады, что если сегодняшняя встреча будет плодотворной, и в будущем будем надеяться, что многие из вас станут студентами в дальнейшем нашего университета. Мы хотели бы сейчас познакомить с возможностями, а как в наш университет попасть-то? ВУЗ должен успешно пройти аккредитацию, потому что когда начнется приемная кампания, там уже вы ничего изменить не сможете. В нашем ВУЗе, на базе нашего ВУЗа открыт доступ к электронным полнотекстовым библиотекам, это самые такие популярные библиотеки. Позиционируем себя как университет города Наукограда, университет города Бийска. Экономика управления, информатика, вычислительная техника, транспорт, перевод, реферирование в сфере профкоммуникации, правоведение, правоохранительная деятельность. Это вот те специалисты, которые могут работать и в педагогической профессии, и в смежной отрасли. Не педагогические направления, но если вы вообще не хотите быть учителем, как быть-то? А здесь у нас тоже достаточно интересный спектр направлений подготовки, который вы можете выбрать. Землеустройство, менеджмент. Причем в этом году мы открываем менеджмент с очень привлекательным профилем. Этот профиль — государственное муниципальное управление. Дизайн, декоративно-прикладное искусство, социальная работа, психология, туризм, биология. И, собственно, эти анкеты пока оставьте у себя. В обязательном порядке с вами поработаем, пригласим вас. У нас еще вот молодой человек без ручки там хочет поработать с нами. Я Романова Людмила Анатольевна, ответственный секретарь приемной комиссии университета Шукшина. Сегодня у нас в гостях Бийский лицей. И для наших ребят, которые, скорее всего, станут нашими студентами, мы приготовили разные увлекательные интерактивные площадки. Вот одна из них. Это флешмоб от земляков.